23 апреля Нарьян-Мар присоединился к участию во всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны. Он проводился в рамках патриотического проекта молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией». К акции присоединились более 500 человек по всему округу. Для нашего народа важно ни в коем случае не забывать те страшные события и ту огромную цену, которую наш многонациональный народ заплатил для того, чтобы свободно жить на родной земле, для того, чтобы справиться с бесчеловечной идеологией нацизма. С этого видеообращения начинается всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны более чем в 70 регионах страны. В одном только Нарьян-Маре было создано 5 площадок. К тесту присоединились и населенные пункты – Каратайка, Харута, Ома, Харивер, Коткино, Амдерма и Красное. Всего в тесте приняло участие более 500 человек, 273 из них в городе. Самому молодому участнику тестирования – 10 лет, самому старшему – 83 года. Я пришел сюда, чтобы проверить свои знания, доказать себе, что я знаю свое отечество, что я патриот, что у меня есть знания со школы, и вообще проверить свои знания хочу. Всем желающим проверить свои знания были предложены 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны. По словам организаторов теста, он направлен не только на информирование и проверку знаний граждан о выдающихся событиях Великой Отечественной войны, но и стимулирование наших жителей, в частности молодежь, к их получению. Мы накануне великого основного нашего праздника нашей страны, это Дня Великой Победы, поэтому мы должны помнить, какой ценой досталась нам эта победа в этой Великой Отечественной войне. И, конечно, должны знать историю. К сожалению, сегодня есть попытки пересмотреть историю, исказить ее. Вот наш святой долг – сохранить эту историю, историю Великой Отечественной войны, и донести до наших потомков, все-таки какой ценой досталась нам эта победа, и благодаря чему сегодня мы живем в мирное время. Итоги теста будут подводить волонтеры, а результаты будут представлены во втором квартале текущего года на официальном сайте теста. Напомню, он проводился в рамках проекта молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией». Пехота смертельно устала под мгой оборону держать. В окопах людей не хватало, двух рот от полка не собрать. 20-е сутки подряд от взрывов кипело болото. Смертельно устала пехота, но помощи ждал Ленинград. Валентина Чибичек, Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».